Друзья, всем привет! Вы на канале интернет-магазина toyskyiv.com.ua. И сегодня у нас крутая игра на развитие для деток, ну, наверное, от полутора лет. Она где-то будет актуальна. Тут реально несколько вариантов игры и несколько вариантов пользы. Смотрите, ну, на первый вид грибочки. Вы думаете, что это за грибочки? Зачем они? Достаете грибочки, и тут у нас есть такая магнитная палочка. На конце ее магнит, с помощью которой достаются вот такие червячки. Ну, нужно обладать такой уже неплохой моторикой, либо учиться, потому что червячок может упасть. Видите, то есть если это сделать очень аккуратно, червячок достается и нормально, а стоит только ручка задрожать, он может упасть. Дальше. У нас шляпки грибов совпадают сейчас с червячками, потому что я их так разложил. То есть про несколько вариантов игры, которые я говорил. Ну, во-первых, вы сначала можете червячки расставить в луночки и закрыть грибами. То есть ребенок должен наблюдать за чем вы делаете и потом по памяти вспомнить, где лежит такой червячок. Следующий вариант. Вы должны попросить ребенка, чтобы он расставил червячки и грибы, соответствующие цвету. Это второй вариант. Третий вариант. Можно уже, когда ребенок подрос, потихоньку научиться считать с этой штучки. Ну, слаживая червячков в ряд, и спрашивает, сколько вы червячков достали. Хотя бы там до 5 научиться считать, как вариант. С помощью этой игры можно. Ну, и опять же, вы можете играть вдвоем. И будьте внимательны, что эта игра реально хорошо может развить моторику. Потому что вот это, собирать вот этих червячков, на первый взгляд легко. А по факту нужно очень-очень аккуратно и трепетно это делать. Потому такие игры заходят довольно, ну, неплохо и приносят пользу. Деревянные, но логику, которую вы играете вдвоем с ребенком, ему интересно. Ребята, купить такую игру вы можете в нашей инсте, перейдя по ссылке в описании. Но если не хотите у нас, я скажу артикул. Мы не жадные. ВД2708. Можете ее купить где угодно. Ну а за такой интересный обзор, пожалуйста, с вас лайк, ну и подписка, потому что мы как бы лидеры, мы выпускаем очень много видео для вас, чтобы вы покупали своим детям только нужные, важные и интересные игрушки. Всем спасибо за просмотр, всем пока!